Минувшие сутки стали в России рекордными по числу подтвержденных новых случаев коронавируса – 954. В Новгородской области теперь 5 подтвержденных проб. За сутки в Новгородской области выявили 2 новых случая заболевания коронавирусом. Один зафиксирован в Великом Новгороде, другой – в Чудове. Изначально эти пациенты поступили с внебольничной пневмонией в специальное отделение клиники номер 2. Сразу после положительных проб корпус был перекрыт. Пациенты и медперсонал, которые там находились и контактировали с зараженными, остались в нем на 2-недельный карантин. Все были обследованы на коронавирус. Результаты отрицательные. Через 10 дней будет проведено повторное обследование. Тот медицинский персонал, который по семейным или другим каким-либо обстоятельствам не смог оставаться внутри этого корпуса, они отправлены также каждый индивидуальным постановлением главного госсанврача на самоизоляцию в домашних условиях с предупреждением о всех условиях соблюдения требований самоизоляции. В клинике номер 2 на карантине сейчас находятся 20 медработников и 34 пациента. На самоизоляции 19 человек. Всего на сегодняшний день в нашем регионе выявлено 5 случаев инфицирования. Один из пациентов уже выздоровел. Остальные госпитализированы в Новгородскую инфекционную больницу и проходят лечение. Состояние у этих заболевших стабильное. Что важно, никто из них не находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Всего в области еженедельно регистрируется 150-200 случаев внебольничной пневмонии. Это стандартные показатели в нашем регионе в это время года. Такие больные сейчас обязательно обследуются на коронавирус. Также теперь еженедельно на наличие инфекции будут обследовать медработников, подверженных риску заражения, и персонал закрытых учреждений, например, домов престарелых и интернатов.